Кыргызстана. И обычно, когда мы ходим в кафе, мы их не видим. Мы не видим, кто там на кухне. А здесь мы пригласили специально лучших поваров для того, чтобы они смогли показать свои мастер-классы, поделиться с народом своими рецептами, ну, немножко удивить, сделать такое шоу небольшое. Ну и на праздник, естественно, мы хотели бы порадовать всех горожан, гостей столицы. Шоулар абдан кызыктуу болду. Анан баягы элге бекер тамак берип, конкурстарды уюштурганы эл үчүн абдан сонун болду деп ойлойм. Бүгүнкү майрам абдан жакшы өттү деп ойлойм. Эл толтура келтир. Кудай буйрусе буга окшогон майрамдар көп боло берсин. Бизге аябай жакты, кызматыбызды көрдүк. Аябай сонун уюштурулган экен. Эгемендүүлүк күнүңүздөр менен куттуктайм бүгүнкү.